Куба. Ой, не знаю, услышали? Саша и Аня, идите сюда. Решительно. Сняла решительно, да, пиджак наброшенный. Давай, не бойся. Сильное дело. Ишь ты,
Девочки, давай руку. Давай, давай. Куба. И это значит у нас Саша, который вот это. Балакирева Саша. Штанишки подтяни. Штанишки подтяни, да. Упали, Александр. У нас. Штанишки упали, бывает. И это значит у нас Аня. Это случайно, не переживай, подтяни, подтяни. Ничего, случайно. Значит, я просто представить себе не мог. Потрясающе, молодец, умница. Это Саша, это Аня. Вместе они называются Куба. Куба. Их придумал, они придумали себя сами, но Игорь Матвиенко. И правильно я сказал? Я все правильно говорю? Точно, точно. Теперь рассказывай. Ух ты, какая ты вообще такая энергичная очень. Говори. Ну, научи, пожалуйста, Михаил Ильич. Научи, научи, как жить вообще. Я вот смотрю на них, научи, как жить просто. А я думаю, что вы никого не научите жить, потому что каждый должен жить по-своему. Правильно? Опа. Вот так. Ань, она тебя учит, нет? Она и тебя учит? Да нет, меня как-то невозможно научить тоже по своим правилам.